Специалисты ульяновской компании CS-Card занимаются разработкой программного обеспечения для создания интернет-магазинов и маркетплейсов с 2005 года. Сейчас команда технических специалистов компании готова заместить импортные товары и крупные IT-бренды, которые ушли с российского рынка, предложив взамен свои альтернативные разработки. В текущей ситуации, если мы говорим, например, про импортозамещение, то наш софт однозначно международного уровня. И предприниматели, которые в России хотят запустить либо интернет-магазин, либо маркетплейсы, они могут спокойно полагаться на наш софт, потому что он точно годами улучшался, совершенствовался для текущих нужд. Копий программ нет в свободном доступе, их клиент может приобрести и активировать самостоятельно для своего бизнеса. В списке разработок, которые уже могут заменить продукты зарубежных производителей CS-Card, платформа для создания маркетплейсов. Наша платформа для маркетплейсов полностью адаптирована под запуск маркетплейса в России. Это значит, что в платформе уже встроены способы, российские способы оплаты, способы доставки, функции для того, чтобы маркетплейс соответствовал законодательству Российской Федерации, например, вот закон о персональных данных. Все это есть в продукте уже. Ульяновские специалисты также создали удобную платформу для создания площадок наподобие сайта для бронирования жилья Airbnb, который покинул российский рынок. Благодаря разработке предприниматели смогут создать свой сайт, на котором они будут сдавать жилье в аренду по всей России. Вот так все просто. Платформа адаптирована под российский рынок. Есть удобные российские способы оплаты. Можно оплатить по прибытии, в общем, на выбор клиента. С уходом зарубежных компаний интерес к отечественным решениям со стороны коммерческих и бюджетных заказчиков будет только расти. Поэтому в планах IT-компании продолжает совершенствовать ПО, развивать его, но только при этом значительно наращивая темпы работы. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.